Эй, с вами Маша Мэй, и сегодня я записываю вторую часть влога из Парижа. И сейчас вы можете видеть Эйфелеву башню, а в той стороне находится Лувр. Это место было очень красиво, и сейчас мы ходим, ищем один ресторанчик, который нам посоветовали. Вот, и потом мы зайдем на Эйфелеву башню. А это мост Александра III, нашего царя. Очень красивая статуя на вот этих столбах. А это просто... Вот он. Вид реки Сены и этого моста. Вот, короче, мы зашли в ресторан, и оттуда была видна Эйфелева башня. Ну, правда, издали, но было очень красиво. И вот, что я заказала. А это здание, оно полностью как бы заросло ветками, ну, вообще травой. Конечно же, это сделано специально, но трава самая прикольная, она живая, и я попробовала и испачкалась в грязи. Ну что ж, это Маша. Это смотрится очень необычно на серой улице. Та-да-да-дам-да-дам! Это Эйфелева башня! Она очень красивая и громадная. Это просто что-то. Попробуйте, съездите в Париж, и вы знаете, что это такое. Кстати, кто был в Париже, в комментарии внизу напишите, пожалуйста, понравилась ли вам поездка. Я постояла под Эйфелевой башней, у меня закружилась голова, особенно когда покрутишься. Ну вот, мы уже в номере отеля, мы очень устали, и завтра я продолжу вам снимать про разные достопримечательности Парижа. А на этом наше видео заканчивается. Всем пока, до новых встреч в новых видео!